Доброе утро! У нас на часах сейчас 6:50. Наш Натаниэль уже проснулся, покушал, и мы включили елку. Хотим посмотреть реакцию, потому что это первый раз, когда он будет с елочкой так близко. Так что Алекс пошел сейчас с Натаниэлькой. Принесет его. И все, посмотрим. Ты видишь, что здесь у нас? Натенька, вот смотри. Ну, ему столик нравится. А смотри, елка. Натенька, здесь елка, смотри. Понятно. Вот этот столик, который свалился однажды на него. Натаниэль, смотри, елка! Я говорю, ему нравится это. Натаниэль, иди сюда! Ой, скажи, елка! Ой, какая красивая! Отпускай его. Отпускай, отпускай. Ёлочка. Это елочка, здесь подарки будут. Игрушка. Так аккуратненько. Елочка. Красивая, да? Мы с папой вчера наряжали ее, пока ты спал. Игрушечка новогодняя. Ой, класс, да? Ой. Я же говорил, будет так аккуратно. Смотри, какая снежиночка, смотри. А где тут нет снежинок? Нет. Смотри, какая красивая игрушечка. Шарик такой красивый, да? Вау! Красивый! Красивый шарик! Вау! В общем, ему понравилось. И нам. Я совсем забыла, проснулась и совсем забыла, что мы елку наряжаем. Класс! Надо быть не потянуть. Главное, чтобы не вивасиковую миску. Елка имеет хорошее основание, так что она не перевернется. Класс. Да, красиво, да? Да. Игрушка закатилась. Ой, прям полез. Все, уже он под елкой. Он... Только сам провод, да? Ух ты. А будешь нажимать, там будут фонарики менять цвет. Сейчас научим. Как вам мой стиль? Хипстеры рулят. В общем, а если серьезно, то у нас доброе утро. Как у вас? У нас
Самое прекрасное, доброе утро. Сегодня Натэниел поспал. Вчера мы были в гостях, у нас мы праздновали как с друзьями Friendsgiving, потому что скоро у нас День Благодарения, будет Thanksgiving. Получается, Thanksgiving празднуют с родными, с семьей, а Friendsgiving празднуют с друзьями. То вот мы праздновали. Посмотрите, какая елка. Каждый раз я просыпаюсь и ее включаем с Алексом, и я просто наслаждаюсь, какая же она красивая. И не скажешь никогда, что это искусственная елка. В общем-то, мы вчера праздновали, потом мы приехали домой. Натэниела, конечно же, не удалось мне уложить все вечера, как всегда он ложится, у него график, потому что мы приехали только вот вчера в 8, и он только в 9 уложился. Я думаю, ну все, проснется, как всегда, в 6. А он проснулся в 6:40. Я думаю, класс. Если бы было бы здорово, если бы он сейчас быстренько бы, ну, его график бы сменялся, поменялся. А что ты смотришь там? Мусорку, да? У нас просто печка греет без остановки. На улице холодно. Сегодня на улице было ночью минус 2 градуса в Калифорнии. Но, смотрите, какая красота и продолжает быть на улице. И еще хотела вам сказать. Ой, бубусь, шлепнулся на попку. Еще хотела вам сказать. А, ну я, чё я в шапке, потому что я помыла голову, и мне холодно. Я Натэниела вообще, ну это вообще Алекса шапка, но она такая растягивается. И она такая маленькая, и я её, ну, на Натэниела одела. В общем, а он её, ну, не хотел одевать. И поэтому я одела, показываю ему, как это круто в шапке, в общем. Хожу, согреваюсь. Еще хотела вам сказать, сегодня у нас... Ой, какое солнце отражает об стол. Сегодня у нас фотосессия. Ура! У нас сегодня будет семейная фотосессия, поэтому мы уже собрали вещи, в чем мы будем фотографироваться. Сейчас на часах 10:30 утра. И сегодня... Перед фотосъемкой, у нас фотосессия будет в 3 часа дня, перед съемкой я поеду на макияж в 12:30 к своей девочке, которая красила меня на свадьбу. Потом была еще съемка. В общем, каждый раз, когда у меня фотосессия, я к ней приезжаю. Поэтому сегодня... Сегодня где мой телефон? Поэтому сегодня в 12:30 я к ней поеду, Алекс останется с Натенькой, и потом мы уже поедем на фотосессию. Вот, вот такие вот дела. Вообще классно, не верят. Хотите, я вам покажу? Хотите, я вам покажу Натэниела, когда он был маленький? Я его с роддома принесла. Маленький, лежит под елкой в первый же день, когда нас выписали с роддома. И как вот я его фотографировала, что сейчас, секундочку, я его фотографировала тоже под елкой, только сейчас он был уже не в такой позе, как он лежал, а сейчас он просто возле елочки сидел. Вот. Натэниел маленький под елочкой. И вот сейчас. Посмотрите, какая прелесть. Ну, пока так. Это его первая реакция на елку. Ну. Она прям внутри там светится. Ой, как классно. Ну, как настоящая, скажите. А, да, и мы хотим еще поехать в мол купить игрушки. Ну, не знаю, ли это сегодня у нас получится, потому что у нас съемка, потом еще куча дел нужно делать. Я приехала на макияж. Запомните, какая я. Сейчас меня накрасят. И мы увидим, какая я стала. И вот что у нас вышло. Только посмотрите, какой классный макияж. Изначально мне хотели сделать... Ну, и изначально мне сделали губы, блесточки. А я сказала, что, ну, я хочу более такой осенний макияж. Просто такой прям нюд-нюд. И мне сняли и положили вот такой, прям помадку. Так что все, я сейчас быстро еду, у нас съемка уже через, вообще-то через 40 минут, мне нужно еще домой заехать, забрать Натэниелку, любимого, и все должны собраться, одеться, все, мы поедем, так что вот, как классно приехать, тебя преобразили, сделали из тебя куколку, и все!
Все, поехали. Ну, смотрите, какая красота. На какой красивой мы локации. Просто это арка. А, Натаниэлка, смотри. Ой, какой красивый. Ну, и я тоже, конечно же. Под стиль. А, все так классно, красиво. У нас фотограф просто невероятная. Девочка так классно идеи подбирает. Ну, просто одно наслаждение работать. Как я говорю, в этот раз я даже не хотела смотреть, какие идеи, потому что я полностью ей доверяю. Смотрите. А, все, будем дальше фоткаться. Фотографируемся. Кто там? Ой! Да. Бери листик. Как красиво. Классно. С детками это так весело, но иногда сложно. Вот стараемся. Стараемся фотографировать. Уже только что здесь на мостике фотографировались. Ой, красота. Вы знаете, наше просто место, куда мы приезжаем после любой нашей съемки. Знаете, куда? Куда? Это же In-N-Out. Ну, наша ни одна съемка не проходит In-N-Out. Поэтому мы только что хорошенько пофотографировались. И сейчас мы всей нашей семьей приехали покушать. Нет, семья не полная, и Васечек дома. Поэтому я вся такая накрашенная. Сейчас мы закажем вкусный. Thank you. Thank you. Сейчас мы закажем этот вкусненький бургер дабл-дабл. Мальчики работают. Вот тут In-N-Out. Я хочу, потому что мне мало. Я голодная. Кого? Кого? Четыре. Не, наверное. А хотя? Не, давай три. Вот, здесь в In-N-Out маленькое меню, просто дабл-дабл, это две котлетки или чизбургера одна, с сыром, гамбургер один и френч фрайс. Все, мы берем всегда дабл-дабл с экстра onion, это с луком и картошку. А и напитки, что здесь у нас, кока-кола, просто обычно покупаем за $2. Medium и потом делаешь безлимитно. Один стакан. Мы берем один стакан всегда, чтобы мы пили, и потом мы берем еще. Потому что мы максимум всего 2 выпиваем. Лапинка! Ты такой красивый! Натаниэл! Бабушка тебе, одна бабушка связала чайки, да, такие. Мы стояли только что на земле, они запачкались, тёпленькие. А другая бабушка связала жилет. Очень-очень красиво. И я, и Алекс. Все? Ой, что это? Наклеечки? Ой, смотрите, наклейки для Натаньки дали. О, какая фантастика! И собачка, и мы. И бебечка вон, только девочка, неважно. Натаньел, смотри. Тебе дядя подарил наклейки. Это тебе. Надо говорить спасибо. Сейчас, мама, сейчас я ее О, смотри. Вот это In-N-Out, прям как реально. Он везде одинаковый, и пальма навкрест. Это просто задумка In-N-Out. Мы будем здесь сидеть где? Вот давай где-то там. Мы все время там сидим, да? Давай я туда коляску возьму. Все. Поедем сейчас. У нас номер, получается, номер 13. Сюда можно пойти. Вот сюда. Будем здесь кушать.
Натаниэль, что мы заплатили? Получается, мы заплатили 18.87. Алекс взял дабл-дабл с экстра томато. А, окей. Три котлеты. Любимый, я не понимаю, ты один взял экстра lettuce, экстра томато, а котлеты? Или везде по три котлеты, да? Ага. Окей. И экстра onion. Супер, это мне. Алекс не всегда хочет с луком, а я всегда хочу с луком. И две картошечки. И вот мы заплатили 18.87. Это тебе трубочка, да? Натанька очень любит трубочку. В общем. А ты водичку взял для чего? Чтоб было. Ага, чтоб было. Ну, просто я смотрю на себя. Алексу говорю, любимый, ты мне ничего не сказал за мой макияж, он где-то уронил. А он говорит, я еще на себя даже не насмотрел. Потому что, сейчас, потому что я сразу приехала домой. И сразу же, все, собирайтесь, собирайтесь, нам нужно ехать. И Алекс, получается, быстро собрал Натаниэля, там его поменял, быстро сам оделся, я быстро переоделась. И он даже толком не видел, сразу сел за руль. И все. А потом мы приехали на фотосъемку, и сразу опять началась фотосессия. Просто посмотрите друг на дружку, посмотрите в камеру. Что? Неправильно. Это моя ошибка. Я тебе три, а тебе два. Ну я могу... Где ты? Вот так? Да, ты могли, а у меня тоже дабл-дабл. А я тебе котлету одну подарю, и будет 2-2. Да? Ну смотри, а где? Мы 2,5, 2,5. Я тебе дам укусить. Вот, в общем, я говорю, ну как? Он говорит, давай я на тебя насмотрюсь. Вот. Красиво. Красиво. Очень красиво. Кстати, можно? Вот эта девочка, которая меня постоянно красит, она делает еще курсы по макияжу, чтобы ты сама себя научилась красить. И я вот Алексу говорю, может, давай я сама научусь красить, потому что я все время прошу примерно один и тот же макияж. А потом Алекс такой говорит, ну это можно без проблем, типа ты пройдешь курс, но нужно оно ли тебе, потому что что-то... Потому что говорит, что, ну, ты же купишь этот, краску, как оно там? Ну, макияж купишь, а оно же все стоит деньги, и оно просто из-за того, что я раз в 100 лет крашусь, у нас фотосессия раз в год, то, ну, 2 раза в год, и получается, я куплю очень дорого, денег заплачу, вложу, и оно будет просто сохнуть. Поэтому я этой девочке говорю, не, я, наверное, не буду проходить курсы, хотя это можно и хочется, но я просто не буду каждый день краситься. Смотрите, какой крутой мальчик с наклеечками. В общем, все, сейчас мы будем кушать, да? Ой, у него такие красивые цвета. Все, будем ждать, потом покажем, что нам принесут. Ну, что мы сами пойдем возьмем. Вы только посмотрите на эту красоту. Три котлеты, две котлеты. С лучком, это мое. И перчик. И картопелька, и перчик, халапеньо. Ой, как я люблю. Самый вкусный соус в In-N-Out это их специальный special соус. Это просто спред. Мы сейчас будем молиться и будем это все кушать. А Натаниэль будет кушать детское питание. И воду пить. Все? Привет! Каких чайфиков? Мамины, бабушкины, да? Чайфики. И еще бабушки на жилье. Все, едем домой. Поехали. Какая красота.
Я просто в лесу. Вот додумалась. Залез прямо в елку. Мы приехали домой, уставшие. Мне, если честно, макияж очень-очень сильно нравится, и мне не хочется его смывать. Но у меня глаза очень супер чувствительны, и мне все время просто они очень сильно пекут. Сейчас я буду смывать макияж. Чем я смываю? Обычным. Мылом. Каким? Да, обычным. Гель для душа взяла и смыла. Но я знаю, что именно маслице, типа как кокосовое масло, очень помогает хорошо смывать макияж. Поэтому, ну, хорошо, что вот это просто пучки. Очень-очень они легко смываются. И можно взять катоновые диски и пройтись кокосовым маслечком личика, чтобы не пересушивать. Но у меня есть кремики. Где наш кремик? Вот. Мне вот такой, вот такую линейку крема подарили на день рождения мой. Эвкалипт и лаванда. То я ним стараюсь каждый вечер. И после этого я вот таким, типа козьим молочком, пшикаю еще личико. И все, вот такой мой уход. Так какой уход? Я просто хочу, у меня просто лицо очень сохнет, поэтому, чтобы не шелушилось, я просто кремом и прям шик-шик-шик. Мне так просто хорошо. А потом в течение дня сушит, потому что хитер греет все время. Кстати, сейчас у нас выключен хитер, значит, достаточно тепло дома. И потом просто периодически прихожу, попшикала и все. Очень нравится. Раньше я вообще не любила никакие крема, а сейчас мне вот что-то с возрастом нравится и нравится. Ладно, буду я смывать, потому что у нас уже на часах без 10:07, а в 7 часов я уже натенила. Начинаем мы с Алексом мыть, переодевать, начинаем кормить, чтобы в 8 он точно заснул. Вчера он заснул в 9, поэтому сегодня надо положить вовремя его спать, чтобы не сбивать его режим. Вот, так что прощаемся с этой красотой. Вообще, оно очень смотрится, вот я обожаю эту девочку, которая мне делает макияж, потому что она все время делает и подчеркивает мою натуральную красоту. Не то, что она супер-пупер там что-то вытворяет, что посмотришь на меня без макияжа и с макияжем, типа, какая-то большая яркость есть. О, я, кстати, сейчас заметила, как будто синячки какие-то, ну, или так свет просто падает. Сейчас я вот так, поэтому увидимся.